Прямо в эти минуты проходит заседание фракции блока Петра Порошенко. Определяют позицию относительно представления ГПУ о снятии неприкосновенности с депутатов. На заседание пришел и Борислав Розенблат. Что решила фракция, как будут голосовать за представление, все узнаем у Данила Срисаря, он на связи со студией. Дань, здравствуй, расскажи, как проходило обсуждение и есть ли уже какие-то решения? Добрый вечер, Катя. Заседание фракции БПП продолжалось 2 часа на повестке дня сессионной недели Верховной Рады. Ключевой вопрос – снятия неприкосновенности с 6 нардепов, о котором просят Генпрокуратура и НАБУ. Борислав Розенблат, которого антикоррупционное бюро подозревает в участии в янтарных схемах, на заседание своей фракции явился одним из первых. Нардеп говорит, снятия неприкосновенности не боится. Ну, если выключить, то выключится. Питание уже фракции. Я думаю, на то и... Як кажуть, воля депутатів, і це їхнє рішення. Я все-таки ще раз хочу заявити, що це провокація. Провокація стосовно мене. Журналистам Розенблат в очередной раз заявил, видео, на котором он якобы получает взятку за регистрацию в парламенте соответствующего законопроекта о добыче янтаря, смонтирован, и что этот материал не может служить доказательством совершения преступления. Его коллеги по фракции не столь категоричны. Некоторые из них уверены, фракция поддержит снятие неприкосновенности со всех депутатов, в том числе и с Розенблата. Він має можливість найняти адвокатів і захищати себе в суді. А ми тут не колегія захисників. Безумовно, ми підтримуємо зняття депутатської недоторканності, тому що ми взагалі вважаємо цей інститут неприйнятним. Я буду голосувати за зняття недоторканності з усіх народних депутатів, про яких подане подання. Я сподіваюся, що фракція повинна підтримати, тому що це подання генерального прокурора. Тобто ми завжди декларували, що ми за зняття депутатської недоторканності. И, собственно, только что завершилось заседание депутатской фракции БПП, и стало известно, что Борислава Розенблата на время расследования исключили из фракции. Об этом он заявил сам, уходя из-под здания Верховного Совета. О деталях мы узнаем подробнее от нардепов фракции БПП и сообщим немножечко позже. На этом пока что вся информация. Студия. Дань, спасибо за детали. Даниил Снисарь был с нами на связи с подробностями заседания фракции блока Петра Порошенко.